Приезжай на московский, я все еще там. Громче. Я только что вернулась из Туапсе. Один кавказец ходит за мной по пятам. Пойдем, говорит, угощу кофе в лесе. Но я не иду, мне всего 20 лет. И я вообще боюсь незнакомых людей. А ты опаздываешь, опаздываешь на 20 лет. Ты 20 лет шляешься неизвестно где. Приходи, иначе не будет здесь больше моей ноги. Мне страшно представить, что я без тебя ушла. Что я ушла давно и совсем с другим. И даже не помню точно, кого ждала.